Трагический случай в Чебоксарах. В бассейне одной из столичных саун погиб 8-летний мальчик. Возбуждено уголовное дело. Подробности нам сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики. В ходе первоначальных следственных действий тщательно осмотрено место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления причины смерти погибшего. Допрошены лица, находившиеся в сауне. По результатам медицинского освидетельствования состояние опьянения у матери мальчика и ее подруг не установлено. По имеющимся данным, малолетний навыками плавания не обладал. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.